С вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас идет обзор набор инструментов от компании Hans на 158 предметов. Артикул ТК-158Е. Именно 158Е, потому что есть у Hans набор 158В. Это также обозначается на упаковке. Видите, комплектация 158 набор В и 158Е. И здесь указана галочка, что это именно 158Е набор. Hans — это фирма Тайвань, выпускает профессиональный инструмент. Качество отличное, пожизненная гарантия на инструмент, кроме бит, которые идут в наборе, потому что на биты гарантия не распространяется. И начнем мы с упаковки. Полноценный ящик из картона идет, в нем идет пластиковый кейс. С обратной стороны линейка наборов Hans. Здесь, правда, не полная, но основные наборы, которые самые популярные, указаны. Далее, что еще? Lifetime гарантия пожизненная, уже говорил. Тайвань указывается, вот с обратной стороны сделано Тайвань. По информации, два рабочих квадрата, 1,4 дюйма и 1,2. То есть, соответственно, 2000 щетки, далее их покажу. Хорошая полиграфия, такому важно на подарок, допустим, набор. Прокладка-уплотнитель, которая ложится между двух крышек. В наборах Hans она очень плотная и сверху еще имеет такое покрытие жесткое. И также, видите, комплектация здесь указана. Так, трещотки. Трещотки в наборе на 36 зубьев. С реверсом, быстрый сброс, фиксация, то есть стандартные головки. То есть стандартные трещотки. Рукоятка полностью пластик. Разборные, то есть внутренний механизм можно разобрать, трещотку смазать или заменить. Есть ремкомплект к трещоткам. Рукоятки полностью из пластика. На рукоятке надпись Hans. И важно то, что здесь не краской просто надпись, а отлиты именно пластиковые ручки, и уже на них нанесен логотип. И также на металле надпись Hans и номер каталожной данной трещотки. В наборах Hans идут вот такие вот монетки дополнительно к трещоткам. Вы одеваете, вставляете, допустим, на головку и в труднодоступном месте, чтобы не делать возвратно-поступательные движения, просто крутите монетку и доводите, допустим, при откручивании или выкручивании. Такая монетка идет и к 1,4 дюйма, и к 1,2 трещотке. Длина трещотки под 1,2 270, маленькая трещотка 155 мм. Два Т-образных воротка 300 мм и 110 мм. Сама часть, на которую одеваются головки, здесь идет хромолидановая сталь, то есть усиленная. Карданы. Два кардана. Также усиленные карданы идут на заклепках. Два удлинителя под большую трещотку и два удлинителя под маленькую трещотку. 1,4 и 1,2. Удлинители 250 и 125 под большую трещотку, и два удлинителя под маленькую 55 и 100 мм. Две свечные головки на 22 мм и 16. Магнит 510 мм, ручка пластик, если что-то нужно достать. Набор Г-образных ключей, три ключа. Так, далее. И головки.
Головки в наборе длинные, торксы и обычные шестигранные коробки. Начнем с длинных головок. Общее количество здесь 10 штук. В наборе они только под квадрат 1/4, то есть под маленькую трещотку. Размеры головок длинных у нас 4 мм. Далее 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 и 14, самая большая шестигранная. То есть под большую трещотку больших размеров длинных головок в наборе нет. Далее головки Torx. Общее количество их 8 штук, самая маленькая E8, самая большая E22. Головки под 1/4 дюйма, шестигранные короткие. Общее количество 13 штук. Самая маленькая у нас на 4 мм. Самая большая здесь на 14, шестигранная. И головки под 1/2 дюйма, шестигранные короткие. Общее количество 17 головок. Самая маленькая 10. И самая большая в наборе на 36. Стандартно обычно идет у нас на 30-32. Здесь в наборе идет 36-я, самая большая. То есть в наборе есть 36-я, 34-я и 32-я головка. Так, далее биты. Биты идут под маленькую трещотку. Вот набор бит. И под большую трещотку. Под 1/2 дюйма 18 бит. Райп, крестовые, шестигранные, шлицевые и биты Torx с отверстия. Они используются через переходник. Переходник есть в наборе. Выбираете нужную биту, вставляете переходник и подсоединяете трещотку. Под 1/4 дюйма также есть переходник. Вот он. То есть биты можете использовать с отверточной рукояткой. Она идет в комплекте 150 мм. Ручка пластик, есть присоединительный квадрат сверху, вы можете подсоединять сюда трещотку или удлинитель. Одеваете переходник и вставляете сюда биту. Общее количество этих бит 19 штук. Крестовые, шестигранные, биты Torx и шлицевые. Также они используются через переходник, который я показывал, с трещоткой напрямую можете подсоединять. И есть у нас вот такая отверточная рукоятка, с реверсом идет. Переключаете, трещоточная она идет. Есть отдел под биты. Сюда вы можете их слаживать с магнитом. Выбираете биту и вставляете. Ну и также удлинитель. То есть масса вариантов использования. И переходник под головки также есть. Под 1/4 дюйма. Можете через переходник, через отвертку с реверсом трещоточную, вставлять сюда головки под 1/4 дюйма подсоединять. Так, в нижней крышке все показал, переходим к верхней. Данную отвертку уже смотрели мы. Три отвертки идут стандартные в наборе. Крестообразная, шлицевая одна и короткая. Также крестообразная. Отвертки с намагниченным наконечником. Очень удобная рукоятка прорезиненная. С обратной стороны указывается информация. И удобно то, что рукоятка не круглая. И на столе, если вы положите на край стола, она не скотится у вас вниз на пол. То есть
набор Г-образных ключей. Общее количество 8 штук, 6-гранные. Так, длинногубцы и кусачки в наборе идут. Размер их 155 мм, длина вернее. Есть покрытие, но здесь рукоятки не толстые, не с толстым покрытием, а более такие, как сказать, нанесен пластик для, как в диэлектрическом инструменте. Так, клещи переставные. 255 мм. Ключ разводной 200 мм. И обжимные клещи, также зачистные, 220 мм длина. И к ним прилагаются набор клемм, 34 клеммы. Так, с комплектацией все. Материал инструмента хром-ванадиевая сталь, гарантия пожизненная, кроме бит, которые идут на это, расходный материал считается. Кейс состоит из двух частей. Показывается у нас на упаковке, что кейс разъединяется, то есть можно использовать в инструментальных тележках на СТО, как две части отдельные. Пробуем инструмент, выпадает или нет. Ну, все хорошо защелкнуто, поэтому все на своих местах остается. Соединяется кейс с широкой зависой. Замки запирания металлические, съемные. Сверху накладка с логотипом Hans. Вот, класс. Вес набора составляет 9,7 кг. Ширина 45, кейс размеры. Длина 37, высота 9,5 см. Спасибо за просмотр нашего видеообзора, за подписку на канал. Вы получаете дополнительную скидку в нашем интернет-магазине или за оставленный комментарий. Спасибо, до свидания.